Короче, братва, всем привет. Хорошие новости подоспели. Сегодня стартовала регистрация на глобальный закрытый бета-тест, и это значит, что релиз уже не за горами. Круто, да? Плюс в трейлере ZBT можно увидеть, какой будет примерно игра, ссылку на видео я оставлю в описании. Первый — это кровь от попаданий, они с синий дым, как сейчас. Второй — трупы Анны Кейси, правда они лежат одинаково, но ничего страшного. Третий — это английский язык. Аллилуйя, наконец-то. К моему сожалению, братва, ZBT будет только на андроидах пока. В анкете, где надо зарегистрироваться, есть iOS устройство, но iOS будет доступен попозже. А регионы, где пройдет ZBT, это Филиппины, Австралия и Новая Зеландия. И написано другие, какие я хз. И написаны характеристики для андроидов. Ссылка на официальный сайт игры будет в описании, скорее переходите и зарегистрируйтесь. Я знаю, многие ждут и не могут играть из-за Вичата, так что не упускайте свой шанс, ребята. Желаю всем удачи, и на этом все, братва. Всем здоровья и добра, пока-пока.